Более 600 работ, 300 авторов из 13 регионов страны. В Барнауле закрыли биеннале молодых художников «Азарт Сибирь». По итогу отметили более 100 человек – организаторов, художников и искусствоведов. Выставка конкурсных работ проходила на площадке музея «Город». Целый месяц жители и гости Барнаула могли посмотреть на смелое современное искусство. Авторы – художники и скульпторы до 35 лет. Лауреатов определили в 7 номинациях – живопись, скульптура, декоративное искусство, уникальная печатная графика, искусствоведение, графический дизайн. С 2000, наверное, по-моему, с 2007 года участвую в выставке, то есть больше 10 лет, то есть раз в 2 года уже как бы стало так традицией пробовать и участвовать. Ну и это просто, получается, как бы признание тех работ, что они являются в какой-то степени уникальными. Победители получили премии по 20 000 рублей. Их работы передали в фонды Алтайского художественного музея.